А он тебе в голову попал, потому что у тебя дырка в голове. Повезло, что в голову попали. Слышь? Не любят вот эти вот стульчики всякие на пол кидать. Смотри, вот чат. Вот здесь вот не пройти, видите, по мнению разрабов. И стул этот не двигается. Вот здесь пытаешься обойти. Здесь тоже не пройти. Ну кто вот это by design рисовал? Вот, блять, он тут сам пробовал ходить после того, как рисовал эти стульчики на пол. Ну как так можно относиться к своей работе, я не понимаю. Ну да, это фонтан движимость. Пустая. Это я задел. Цветок на окне я задел. Я ракус, так на улице. Угу. Вот здесь тоже не пройти, смотри сейчас. Что мусорки лежат? Ну что ты сейчас? Что ж в арену не играешь? Наверное, нет там стримерского режима. Наверное, на арене имеют у вас стримеров. Да, именно так. Именно так. И все разгадал. Короче, кабинет слева, первый этаж. Мне кажется, там должно быть. Надо искать. Я тоже в кабинете. Прыгал. О, господи, да. Ты меня как будто на второй этаж запрыгнул, вообще не на стол. Это похоже очень на квестовую. Нет, просто текстура какая-то кривая. А что, в Fortnite не играешь? Да-да-да, там-то вообще, блин. Именно поэтому только и не играем. Так, ну-ка, скриншотики. Кто-то бежит. Нам идет. Попал по мне, нормально? Ты убил? Угу. Почему я? Что-то ни хрена себе он напитывал, конечно. У меня башка вытекла. А он тебе в голову попал, потому что у тебя дырка в голове. Повезло, что в голову попали. Слышь? Вообще не обидно было сейчас. Бейсбол съест, нас пол улицы все слышат, блин. А, ни хрена у него броня-то. Я ему почти, наверное, всю плиту там уничтожил, мне кажется. Как этот земельный вопрос называется? Угу. Вот так. Тест прапора, земельный вопрос. На полках, на втором этаже или в кабинете на первом, на земле с папками. В правом углу. В правом углу. Либо тут, либо... Кто-то еще бежит. Блять, двое, да. Кажется. Минус один. Ты пробежку делал? Да. Бежал, да? Подходит. Пусто.
граната. Ай-яй-май. Убил. Ой, а тут еще, кажется, есть. Еще бежит? Нет, кто-то крутился на месте. Я убил одного с синей сумкой. И кто-то на месте повернулся после этого. В парке еще ходит кто-то. Дед Мороз, блядь, в парке ходит. Friendly, guys. Это вот двое друзей, вот он сюда тоже. А русский говорит. Мало ли. Ага, не, не friendly. Да, да, он сидит, прячется. Пусть. Да, смотрит. Заходит внутрь. Не зайдет. Очкошник. Эх, гранатку бы. Он ходит ли ты? О, ну, ну и я тоже. Минус. Hello, guys, friendly. Что, значит, еще кто-то ходит? Где, слева, справа? Слева, там же. Может, это я? Пробежка тоже твоя, да? Да. Вторая комната, это у нас просто лежит сверху на книжечках и спрятанный у мусорки. Вот тут смотрел? Нет, ладно. Нашел, вот она. В мусорке, да? Да, в мусорке. Угу. Вот этого пока что так могу лутануть. На булочку с изюмом или с мясом, зависит от того, какая булочка. Таша, спасибо тебе большое. Огромнейшее. Нету. Жаль. Ну, это самка более-менее хотя бы какой-то. А что за ник? Мы что-то там... Ну, не дна начинается, нет? Нет. Думаешь, не все отрядники. Ну, они отрядники, да. Ну, просто у всех разные эти. У этого вообще приписка дна. Так, флешки ты сдала, да, все? Разгрузки. Так, а чё, он без сумочки ходил, вы хотите сказать? Не поверю. Запрятал где-то свою сумочку, наверное, по-любому. Дед Мороз, Дед Мороз. Ага, ага. Нашёл? Да. Где было? В магазине. Скидывай, 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 скидывай. Ну ты шо, ну ты, ну ты шо ты? Подожди.
Называется «Ключ для расслаблений». Как-то так. Надо посмотреть. Бедная моя башка. 652 поглощено броней. Фига, там трассеры летят. Вижу, вижу. Слушай, это могут... Оп, слушай, шайтаныч, пошли отсюда нахер. Я знаю, кто это. Это боссы? Да. Капец. И он по мне попал. Я вот уже говорил это, еще раз повторю. Я говорю, чел, который вот продумывал вот этих типов, боссов. Сделав им вот такую дальность. Он, ну, не подумал головой, что это немножко не так должно работать. А, нет, дверь надо закрывать за собой. То есть он такой заспавнился здесь. Его убили боссы с шара. Одним спреем. Он такой, о, найс, так и оставим. Ящичках. Ой-ой-ой, она тут! Она тут, шайтаныч! Пришло сюда? Да! Я к ящикам сюда. Ты куда? Что, она стреляла по тебе? Нет, она разговаривала. А? Что ты мне понравишься. Не ходи сюда, Аня. Да. Аня, не ходи сюда. Уйди. Дальше? Я не могу. О, разговаривает. Сука. 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 А. И он там орёт. Где по дороге. Он стрелял прям по мне с дороги. Ага, увидела. Подходи ближе, что ты там? Стесняешься. Убил его.